Ништяк, йоу. Следующая вещичка. Песня, которую я просто очень люблю. Она называется «Гопстеры». Вот обратите внимание, такой клип я снял в Эрмитаже. Стою постоянно в корпорации амстердамских стрелков. Весело живете, клёвый лайф, мне бы так. Реальный кайф, жена меня сила, вокруг один мрак. Употребляй, господин дурак. Я далеко не поймаешь их, я рок-звезда. Со всеми вытекающими, дамы и господа. Санкт-Петербург, культур-мультур. Хочешь найти дурь, найдешь дурь. Хочешь огрести, легко огребешь. Нарвется только тот, кому не втерпешь. Как пройти библиотеку, тебе укажут дорогу. Вот я буду и в Эрмитаж. Слава богу, я не знаю напрямую торговца кашишом. Однажды я разговаривался с одним алкашом. Он сказал мне, делай что хочешь. И вот я иду в Эрмитаж, так, кстати, между прочим. Чего ты уставился? Чего ты там изучаешь? Иди ко мне, быра! Не заскучаешь! Welcome to Russia! Лучше не трезветь! Ведь по моему лицею ходит медведь! Чего ты уставился? Чего ты там изучаешь? Иди ко мне, быра! Не заскучаешь! Welcome to Russia! Лучше не трезветь! Ведь по моему лицею ходит медведь! Санкт-Петербург – безопасное место по сравнению с Москвой. Если честно, везде мы наблюдаем заметный процент дерьма. Жизнь, сука, знает по себе сама. В любом городе все так, прилично внешне. Где-то дуют больше, где-то дуют меньше. Поздравляет в основном Святого Петроград. Прогуляйся ночью алых парусов, это ад. Как уже я говорил, я ненавижу молодежь. ЕГЭ отпечатан на миллион от этих рож. Дебильные лица, примитивная речь. Ну их всех нахуй, в топку их, в печь. Весело живете, клёвый лайф, мне бы так. Реальный кайф, знание, сила, вокруг один мрак. Употребляй, господин дурак. Чё ты уставился, чё ты там изучаешь? Иди ко мне, быра, не заскучаешь. Вот как дураша, лучше не трезвись. Ведь по моей улице ходит медведь. Еще один совет, еще один аргумент. Как пережить стрёмный жизненный момент? Скажу еще раз, братела, не серчай. Водку не пей, книгу читай. Моя любимая фраза, в общем-то, собственно. Дураки учатся на ошибках своих собственных. Можете легко учиться на моих. Список могу приложить, у меня много их. Хотя, конечно, я не намерен никого учить. И в основном это бесполезно кого-то лечить. Делай, что хочешь, вот тебе и вся история. Мне приятно иметь дело с меняемой аудиторией, коей вы являетесь. Дальше. И еще живете. Клёвый лайк. Мне бы так, реальный кайф, знание, сила, вокруг один маг, употреблям, господин дурак. Спасибо большое.